Здравствуйте, зрители и подписчики моего YouTube-канала. Это видео будет об интересных древних археологических местах по всему миру. Фото сделаны, все эти фото, информация предоставлена от пользователя на Facebook. Я обязательно покажу всю его информацию, все фото будут подписаны, ну, что это именно его фото, и под видео будет ссылка на его страницу Facebook. Когда-то очень давно я уже сделал видео по некоторым из этих фотографий. Прошло уже более, я думаю, 4-5 лет. И вот я делаю продолжение с работой, с его исследователями. Еще раз повторю, это все лично он снимал, лично исследователь исследовал, лично путешествовал по всему миру. Очень интересные такие древние места с следами обработки, процесса обработки камня. И с мегалитическими блоками, с крупными колоннами, следами обработок этих колонн. И даже есть фото, что кто-то разрушает эти колонны. Если вот видит, что там какие-то интересные следы обработки, вдруг эти колонны, там остатки этих колонн разрушаются кем-то целенаправленно. Кто что-то скрывает, кто его знает. Со свечкой я там не стоял, с какой целью уничтожать вот эти колонны, одному Богу только известно. Более подробно смотрите в этом видео. Спасибо за ваш просмотр. Спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу.
Thanks for everyone people who helps for my YouTube channel. Thanks for everyone who helps for my YouTube channel. Thanks for everyone who helped for channel in year 2024. Thank you for watching this video.